Всем привет! А вот и я с прогнозом на грядущие выходные. По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается пасмурная погода, без осадков. Столбик термометра днем покажет плюс 28 градусов, ночью плюс 20 ровно. В воскресенье небо будет ясным до самого вечера. Днем столбик термометра покажет плюс 30 градусов, ночью плюс 21. Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнал весь Воронеж? Такая возможность есть. Целый год рекламы на сайте «Блокнот Воронеж» всего за 1000 рублей. Интересно? Тогда пиши по номеру, указанному в тексте, и узнавай подробности.